Простите, девушка, можно к вам присяду? Чтоб не скучали. Перебьешься. Я делегацию жду. Пить в одиночестве, да еще крепленное вино. Это ведь верный путь к алкоголизму. А я не против коньяка. Возьми, ты ведь богатый. Какие нехорошие слова. В нашей стране нет бедных и богатых. У нас все трудящиеся. Особенно ты. Что вы хотите? Пожалуйста, бутылочку коньяку, фрукты, ну и сладенькое. Все? Ну, зачем вызывала? Соскучилась? Или деньги нужны? Ты за что этого парня, с которым я по твоей просьбе в ресторане познакомилась, в больницу отправил? Сам сказала, что хочешь встретиться с ним по делу, а он теперь лечится. А откуда ты знаешь? Вообще-то объяснять я тебе не обязан, но так, по старой дружбе скажу. Мальчонка должен был, а долг не отдавал человеку одному. Ну, теперь есть время полежать, подумать. И тебе надо подумать, как дальше себя вести. А я думала. Долго думала и решила. Хватит с меня наших совместных радостей. Мне бы попроще чем-нибудь. Сними очки, я уже забыла, какие у тебя глаза. А я думал, у меня есть верный друг. Вот запомни, заявишь в милицию и убью. Ты меня знаешь. Нежность моя. Сделай одолжение. Хорошо. Это тебе расплатиться. Спасибо за любовь и верность.